Два отдаленных микрорайона связал новый маршрут общественного транспорта. 84-й автобус возит пассажиров между Ключкамышинским плато и улицей Татьяны Снежиной. Вероника Иванова проехала по новому маршруту. Новый автобусный маршрут номер 84 связал Ключкамышинское плато и Плющихинский жилмассив. Теперь жителям отдаленных микрорайонов легче добраться на учебу, работу и в торговые центры на Гусинобродском шоссе. Прежде в этом направлении ходила лишь одна маршрутка – и то ТЭЦ-5. Вот мы сели и до барахолочки поехали, а так нам нужно с пересадочками. Много пассажиров говорят о том, что хороший маршрут, что был бы без пересадок. Поэтому я думаю, все будет хорошо. Именно беспересадочный маршрут до Гусинобродского шоссе просили организовать жители Ключкамышинского плато. Обращались в муниципалитет. Теперь 84-й – это уже 7-й маршрут, который ходит с плато. Сейчас стало гораздо лучше. Вот сколько я здесь, 5 лет живу на Ключкамышинском плато. Маршрутки идут во все стороны буквально, и в сторону главного вокзала, и на левый берег. Автобусы номер 84 компактнее привычных, но вмещают более 30 человек. От других еще и яркой желтой окраской отличаются. Маленькие, удобненькие, тем более все с терминалами. Студенты, школьники, бабушки, пенсионеры – все ездят на них с удовольствием. Автобусный маршрут привлекателен для студентов. Он ходит до аграрного и педагогического университетов. До этого учащимся вузов приходилось стоять в очереди на маршрутку. Приходится пропускать какие-то маршрутки, чтобы доехать, потому что не зайти. Маршрут маленький, сама маршрутка маленькая, автобус – это очень удобно, помещаемость для людей. Разгрузить новые автобусы остановки улицы Большевицкой. Я поздно, когда вечером возвращаюсь вот, со стороны перед институтом, да, всегда переполнено. Особенно, когда по Большевичке, вот, там же детский сад, много с детками. Деткам очень тяжело в маршрутке. На круге тоже расхвалили маршрут, чтобы побольше народу было. Пожелали нам всего хорошего, чтобы... Ну, раскрутились, по крайней мере. Вообще люди в восторге просто. Пока по новому маршруту ходит всего 3 автобуса под номером 84. Пассажиры только привыкают, а позже на линию выведут 10 автобусов, чтобы интервал движения был не больше 15 минут. Вероника Иванова, Олег Макаров, Новосибирские новости.